побыстрее. И там типа этот, вот так. А ты, короче, сидишь и расслабляешься, то, что у тебя деньги с неба падают. Алена Балясова – автор клипа «Чексинские роликсы» и одновременно оператор. Перед началом съемок она дает советы юным актерам. Роль известной звезды русской эстрады Филиппа Киркорова сыграл 13-летний Антон. Ну а спародировать популярного рэп-исполнителя Даву удалось 10-летнему Валерию. Клип-пародия был снят на популярную песню «Роликсы». Идея пришла еще в прошлом году, где-то примерно осенью. Когда я слушала музыку ночью в наушниках, и получается, мне попался как раз роликс, и стала представлять там деньги, корона, они как бы мальчики, которые снимаются. И как бы осенью, зимой эту идею не так было реализовать, и поэтому мы уже ее оставили на лето. Получается, к лету, когда Валера приехал уже с Челнов, стали снимать это видео. Если съемка клипа заняла около 45 минут, то на монтаж был потрачен 1 час. На сегодняшний день запись «Чексинские роликсы» можно посмотреть на различных интернет-площадках и в социальных сетях. За 20 дней видеоролик набрал сотни просмотров. В списке зрителей клипа пародии есть и народный певец Филипп Киркоров. Это уже четвертая съемка Антона и Валерия в клипе. Первое видео с их участием появилось летом 2019 года. Съемочный процесс в текущем сезоне прошел 13 июня во дворе сельского клуба. Я снимался в роли Филиппа Киркорова. Трудностей у меня не было, потому что оператор помогал. Мы сначала послушали песню, потом пришли сюда. Алена наш начала снимать. Некоторый раз не получалось, и она переснимала. Тяжело было? Нет. Главные атрибуты ролика – стол, фальшивые банкноты, одежда автора Алены и украшения. Для съемок клипа из интернет-магазина пришлось заказать дополнительные вещи стоимостью 300 рублей. В качестве гонорара начинающие актеры потребовали рыболовные снасти. Потом они, когда вырастут, там будут у них свои дети. Прикольно же будет показать это детям, посмотреть, что, блин, и как было. Также, например, вот есть одна очень интересная статью, наткнулась, то, что там кто-то говорил, что снимайте своих детей, пока они маленькие, создавайте им ящики, и туда все эти фотографии потом 18 или 16 лет отдавайте. В принципе, крутая идея, и как бы можно это и попробовать сделать. Жители села Чаксы поддерживают интерес Алены Балясовой. Может быть, мальчики, снимающиеся в клипе, станут в будущем большими актерами, говорят местные жители. Это же наши парни, они посещают наш клуб, это наши активисты, всегда помогают, они очень активные. А как получается одно у них? Хорошо получается, смешно, забавно. Надеемся, что они еще что-нибудь такое оригинальное придумают. На сегодняшний день автор клипа задумывается о съемках еще одного видеоролика. В нем планируется задействовать большее количество актеров. Лиляна Зайдулина, Ильнур Юнусов, Тимур Мухаммедханов, Фаиль Шайхутдинов. Новости Татарстана.